Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Shrimad Bhagavatam, 7 песня, 5 глава, текст 46. Атамана видуревай. Алопия джададхирая. Нависмарати минариям. Шунашепайва прабу. Перевод. Хотя прохлада еще совсем ребенок, даже вблизи меня он не испытывает никакого страха. Он и на миг не забывает о служении своему повелителю Господу Вишну и всегда помнит о моих недостойных поступках. Он словно скрученный кольцом собачий хвост, который невозможно выпрямить. Комментарий Шрилы Прабхупады. Да. Слово «шуна» значит «собачий», слово «шепа» — «хвост». Это очень наглядный пример. Сколько не выпрямляя собачий хвост, он так и останется скрученным. Кроме того, Шунашепа, имя второго сына Аджигарты, его продали Харишчандре, но потом он встал на сторону Вишвамитры, врага Харишчандры, и всегда был ему уверен. Так, в этой главе мы являемся свидетелями гнева Хираньякашипу на своего сына Прохлада. Конечно, мы знаем, Прохлада не был обыкновенным ребенком, ведические писания принимают его к одному из духовных авторитетов, Свайамбху Нарада Шамбху. Прохлад – один из махаджан. Сегодня махаджаны – это каста, как эти госвами, но махаджан – это духовный авторитет, тот, кто контролирует ум и чувства госвами. Так Прохлада обрел великую удачу получить трансцендентное знание, еще когда он был в очаге матери от великого мудреца Нарады Муни. Полубоги испытывали большие затруднения со стороны Хираньякашипу. Он обрел такую силу, когда Хираньякашипу отсутствовал, практикуя аскезы на горе Мандара, полубоги украли его жену. Прохлад еще был в очаге матери. И план их был таков, что как только ребенок родится, они сразу его убьют. В английском говорят, отец подобен сыну, сын подобен отцу. Они считали, что сын Хираньякашипу будет таким же, как он. Но тут они встретились Нарада Муни, и тот объяснил, что это необыкновенный ребенок, это будет великий, преданный. После этого заявления Нарады полубоги освободили мать Прохлады, и ей дал прибежище великий мудрец Нарада, и Нарада дал ей наставление по философии Бхагавад-дхармы, которую слышал Прохлада, находясь в очеве. Итак, Прохлада имел эту великую удачу получить трансцендентное знание еще в очеве матери, и Хираньякашипу, его демонический отец, очень завидовал Господу Вишну. Из-за его зависти к Господу Вишну, Вишну убил его брата, конечно. Любой, кто встречает смерть от руки Господа, очень удачлив. Встречаются люди, которые говорят, вы поклоняетесь Кришне, но поле битвы Курукшетра. Столько солдатов погибло, это что за религия?
они не осознают, что любой, кто погиб на поле битвы Курукшетра, все обрели освобождение. У них была эта уникальная привилегия видеть Верховную Личность Бога. Гнев Хирани Кашипу был очень силен по отношению к Господу. Мы слышим эти истории о Прохладе каждый день. Но природа трансцендентных тем такова, что мы никогда не устаем. Можем говорить о Прохладе каждый день, слушать о Прохладе каждый день, говорить о Кришне каждый день и никогда не уставать. Такова природа духовных предметов. Повторяем ту же мантру каждый день и не устаем. Материалисты не могут этого понять, эту всемогущую природу трансцендентного звука, трансцендентной философии. Итак, Хирани Кашипу, мы здесь видим, что он достиг уровня отчаяния, его гнев стал очень интенсивным. И когда он спросил сына, чему же ты научился в школе, он думал, что услышит что-то вроде дипломатии. Он поручил своего сына Шанди Амараке, чтобы те облучали его искусство дипломатии. Хирани Кашипу все перепробовал. Есть четыре шага дипломатии. Первое – это приказ. Вы пытаетесь контролировать кого-то с помощью приказа. Второй шаг – умиротворение. Вы хотите как-то умиротворить личность. Даже в наших храмах нам приходится говорить, вот это закон Прабху, вы должны следовать закону, потом вы пытаетесь его успокоить. Тогда следующий шаг, если умиротворение не сработало, предложить пост, предлагаете положение, чтобы человек стал более послушным. Но если это не сработало, вы переходите к последнему шагу, это наказание. Но вайшнавы никогда не прибегают к насилию. Материалисты готовы на что угодно для достижения своей цели. Так Хирани Кашипу перепробовал все. Он был обучен дипломатии, пытался контролировать своего сына, пытался умиротворить его, сажал его на колени, гладил по голове. Он не предлагал ему, конечно, поста. И тут Хирани Кашипу уже понял, у меня нет альтернативы просто прибегнуть к жестким действиям. И он воспользовался всеми возможными способами, как преданных преследовали в Советском Союзе. Преданных преследовали, пришлось пройти столько сложностей. Кого-то ссылали в Сибирь, им приходилось жить в холодных комнатах, питаться старым хлебом. Но никому не пришлось проходить трудности, с которыми встретился Прохлад. Представьте себе, Прохладу бросали под ноги огромным слонам, затем его бросали в клетку со змеями. Многие боятся змей, как только там появляются змеи, люди убегают. Так Прохлада был в клетке со змеями, его бросали со скалы. Хирани Кашипу, демоны Хирани Кашипу бросали Прохладу с самого вершины холма. Ничего с ним не случилось. Затем его напоили ядом.
ничего не произошло. И это пятилетний мальчик. Затем его пытались заморозить. Во Вриндауне тоже бывает небольшой холод. Но его подвергали пыткой, суровым холодом, потом огнем, водой. Ничего не сработало. Сказал, засыпать его камнями. Огромные камни бросали на прохладу. И этот маленький пятилетний мальчик, ничего ему не повредило. И что подумал Хираньякашипу? Хираньякашипу понял. Он не был таким глупцом. По трансцендентной воле Господа. Это был привратник Вайкунтхи, но он играл роль демона, он был джаем. Но он согласился играть роль демона, чтобы сделать игры Господа более сладкими. Когда Господь приходит, и Он проявляет сверхчеловеческие деяния, его соперником должен быть очень необычный человек, могущественный человек. И Хираньякашипу осознавал, что для обретения могущества нужно практиковать аскезы. Поэтому он практиковал суровые аскезы. В настоящее время нету никакого недостатка. Множество этих Хираньякашипу, куда не посмотришь, очередной Хираньякашипу, люди интересуют деньги и женщины. Такие же интересы были у изначального Хираньякашипу. Но он понимал, что для процветания, для могущества нужны аскезы. И он понял, что я так издевался над этим ребенком, а он все равно не умирает, этот ребенок должно быть имеет какое-то шакти. И он понял, что этот ребенок безгрешный. И он никогда не забывает Кришну. И здесь приводится очень хорошая аналогия. Если мы читаем Бхагаватам, читаем Чаритамриту, мы увидим такие прекрасные аналогии. Посмотрите на эту аналогию. Это как скрученный хвост собаки. Его никогда нельзя выпрямить. Сколько хотите, можете его тянуть, вы не сделаете его прямо. Точно так же Прохлад, хотя он был маленьким ребенком, находился в полном бесстрашии, и он никогда не забывал своего господина, Господа Вишну. Таково положение преданного. Преданный должен стать бесстрашным. И он может стать бесстрашным, если он близко связан с своим господином Вишну. Если вы близко не связаны с Вишну, как вы станете бесстрашным? Говинда Дас в своем молитве Баджахуре Мана говорит: «Мой дорогой ум, стань бесстрашным». Ты станешь бесстрашным, только если найдешь прибежище у сына Махараджи Нанды. А иначе невозможно быть бесстрашным. Прохлада был бесстрашным. Также мы читаем о Харидас Такуре. Он тоже был бесстрашным. Мусульманский казин сказал: «Прекрати повторять Хари Кришна». Он сказал: «В чем проблема? Я повторяю имена Бога». «Но ты же мусульманин. Ты не можешь повторять имена индийского Бога». Харидас сказал: «Бог один». И так после этого Харидаса наказывали на 22 рыночных площадях.
прохлада, поскольку он всегда помнил о своем господине Вишну, Экала Ишвара Кришна, Арасава Бриття. Читание Чайтамрита объясняет, Кришна — единственный господин, а все мы его слуги. Таково заключение преданного служения. Кришна — единственный господин. Полубоги подчинены Кришне. В седьмой песне объясняется, что когда мы говорим о киртане, киртан значит прославление Кришны, а не просто прославление полубогов. Это прославление Кришны, Верховной Личности Бога. Так или иначе, мы должны устроить свою жизнь таким образом, чтобы всегда помнить Кришну и никогда его не забывать. Бхакти Расамрита Синду Рупа Госвами объясняет, что все эти правила и предписания предназначены для того, чтобы прийти к одной цели. Всегда помнить Кришну, никогда не забывать его. Почему? Хотя мы практикуем преданное служение, мы все равно наполнены страхом. Очень часто преданные приводят аргументы, материальные аргументы, чтобы сократить свое преданное служение. У нас нет веры в то, что Кришна будет защищать меня. Раки Кришна Марике, Мари Кришна Ракике. Кого Кришна хочет защитить, никто не может его уничтожить. Если Кришна хочет кого-то уничтожить, никто его не сможет защитить. На нашем собственном опыте мы видим, что иногда один человек выживает в катастрофе, а другой умирает. Иногда человек чуть-чуть болеет и умирает, а иногда он сильно болеет и не умирает. Мы должны забывать, что закон кармы определяет нашу долю радости и страданий. Все находится под контролем Верховной Личности Бога. Сарвадхарман паритячам амикам шаранам прамча шащами вашича. Так или иначе, нужно оставить все религии и предаться Кришне. Все виды религии означают оставить дхарма, артха, кама, мокшу, поклонение полубогам и практиковать чистое преданное служение. Тогда Кришна говорит, я защищу тебя. У нас есть прекрасные примеры Прохлады Махараджа. Ему пришлось пройти суровую проверку. Преданному тоже приходится проходить проверку. И он не должен разочаровываться. Нужно, как говорит царица Кунти, должны использовать эти трудности как возможность положиться на Кришну, еще больше увеличить нашу преданность Кришне и все больше погрузиться в преданное служение. В Бхагаватам мы читаем истории проститутки Пингала. А проститутка Пингала, у нее были материальные амбиции. Она по двум причинам занималась проституцией, чтобы зарабатывать деньги и получать чувственное наслаждение. И однажды она очень красиво оделась для того, чтобы привлечь потенциальных клиентов. Сидела на своем балкончике, смотрела на каждого проходящего, как на клиента. Но все они проходили мимо, никто к ней не пришел. И расстроенная, она выбросила все свои драгоценности, предалась лотосным стопам Господа и стала счастливой. Поэтому отчаяние тоже приводит к духовному счастью, если оно приводит нас к Верховной Личности Бога. Наши собственные попытки мы можем прикладывать усилия, но если мы полагаемся на Кришну и делаем усилия, некоторые думают, полагаться на Кришну значит ничего не делать.
Нет. Это не то понимание, к которому приводит Бхагавад-гита. Он не говорит Арджуне, садись, ничего не делай, я за тебя одержу победу. Нет. Прабхупада показал нам, что мы должны прикладывать усилия. Прабхупада много лет сражался, чтобы распространить сознание Кришны. И точно так же, как преданные, мы тоже должны прилагать усилия. Тасмат сарвешу калешу маману смараюдича. Сражайся, но всегда думай обо мне. Должны обрести эту способность думать о форме Кришны, его наставлениях, желаниях, вообще думать о Верховной Личности Бога. Это очень-очень важно. Хираньякашипу признает свое поражение, что я потерпел неудачу во всех моих попытках убить этого маленького ребенка. Этот ребенок безгрешный, он никогда не забывает Вишну. Так мы должны прийти к этой стадии, чтобы никогда не забывать Кришну ни в радости, ни в горе. Думать о Верховном Господе, поэтому мы читаем Бхагавад-гиту. Так подчеркивается контроль ума. Столько усилий направлено на то, чтобы контролировать ум манманам. Стань моим преданным. Думай обо мне, склоняйся передо мной, предлагай мне почтение. Мы должны устроить свою жизнь, чтобы всегда думать о Кришне. Это единственное, что приведет нас к счастью. Все остальное, о чем бы мы ни думали, не даст нам счастья. Один нищий строил замок из песка, другой человек прошел и растоптал его. Итак, если мы строим в уме разные планы, это как раз то, что происходит. Но если мы принимаем прибежище у Кришны, думая о Кришне, о его желаниях, о его играх, трансцендентной форме, тогда можно быть счастливым. Потому что мы ничем не распоряжаемся, все в руках Кришны. Преданные понимают, единственное, что от меня зависит, это усилие. Кришна дал нам добрую волю, независимость. Мы ее должны правильно использовать. Если мы прилагаем усилия, чтобы быть искренними, Кришна говорит, что тем, кто служит мне с любовью, я даю то, чего мне достает, сохраняю то, что они имеют. Поэтому, если мы прилагаем искренние усилия, чтобы понять Кришну, Он дает нам понимание, возможности, наставления, чтобы понять Его. Так, постоянно находясь в обществе преданных и принимая этот процесс Шраванам Киртанам, мы можем достичь необходимой атмосферы, чтобы всегда помнить Кришну. Шрила Прабхупада создал такое замечательное заведение, где у нас столько возможностей всегда помнить Кришну. Ни у одного человека на этой планете нет таких возможностей, чтобы так помнить о Кришне, как у нас в ИСКОН. Шрила Прабхупада установил божества, такое прекрасное поклонение. Все признают, что божества в ИСКОН самые красивые. Многие спрашивают, а где вы сделали божество? Мы говорим, в Джайпуре. И изготовитель божеств в Джайпуре, он на своей лавке табличку даже сделал. Изготовитель божеств ИСКОН. Но его заслуга не так велика. Величайшая заслуга — это те, кто с преданностью поклоняются этим божествам. Прабхупада установил эту систему,
и божества проявляют свою трансцендентную красоту. Поэтому это один из способов, как помнить о Господе, думать о божествах. Как здесь прекрасные божества Кришна Баларама, Горнита, Радхи Шьяма Сундары, Самадхи, Шрила Прабхупады. Вот так мы можем медитировать. Куда бы ни убегал ум, можно возвращать его к этим величайшим личностям духовного мира. Также у нас есть наставление, лекция по Бхагаватам, по Бхагавадгите, шлоки. Как здесь мы видим, Прохлад очень интенсивно проповедовал. Отец Прохлады сказал его учителям, сыновьям Шукрачарьи, дать наставление в дипломатии. Как только учителя уходили по домашним делам, он начинал проповедовать своим одноклассникам о той философии, которую он услышал от Нарады Муни. Мы должны принять это настроение Прохлады и проповедовать. Проповедь — это сущность всех видов преданного служения, чем бы вы ни занимались. Прабхупада всегда говорил, проповедь — это сущность. Вы можете заниматься разными видами преданного служения, столько видов служения, но самое могущественное из всех видов служения — это проповедь. И проповедь означает говорить людям о Кришне, говорить людям о цели жизни, распространять трансцендентные книги Шрилы Прабхупады и так далее. Здесь, во Вриндауне, у нас безграничные возможности для проповеди. Столько людей приходит сюда каждый день. Все эти преданные приходят сюда, потому что они верят в то, что Кришна Всевышний. Если мы проповедуем, даем им общение, то они больше будут вдохновлять, больше будут вдохновлены повторять святые имена. У них уже есть вера. Они приезжают сюда, во Вриндаун. Не все же жители Индии приезжают во Вриндаун. Есть люди, у которых нет веры. Люди, которые приезжают сюда, у них уже есть какая-то вера в Кришну. То есть это замечательная возможность для проповеди. У людей уже есть бхакти в их сердцах, поэтому мы должны горячо желать дать им общение. Также мы должны распространять книги. Как сегодня мы будем благодарить преданных, которые приняли участие в марафоне Прабхупады. Прабхупада говорит, что если вы кому-то будете говорить, он забудет это через 3 дня. Но если вы дадите ему книгу, он прочитает ее, перечитает, даст другим. Вот почему Прабхупада подчеркивал эту деятельность распространения книг как наше главное служение. Не так, что в Индии мы не верим в распространение книг. Шрила Прабхупада говорил, что Индия должна быть лидером в распространении книг. Здесь, конечно, у нас есть конкуренция со стороны Гита Брес, но мы очень благодарны, что преданные выходят на марафон, тяжело трудятся, распространяют книги. Иногда в Индии преданные думают, что распространение книг — это служение на 1-2 месяца. Они месяц распространяют, 11 месяцев отдыхают. Нет, распространять книги нужно каждый день в году. Каждый день у нас должен быть марафон по спасению обусловленных душ. У обусловленных душ марафон по чувственному наслаждению, а у преданных марафон по спасению людей от чувственного наслаждения. Поэтому мы даем им трансцендентную литературу. Если вам понравилась наша запись, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Если хотите узнать больше, читайте Бхагавад-гиту, как она есть, Шримад-Бхагаватам.